Магазин VIPTIME.RU представляет наручные часы Casio G-Shock серии Gravity Master. Данная модель – новинка 2019 года. Она получила новый технологичный корпус, выполненный из многослойного карбона. Стекло у часов, как и подобает премиальным часам, сапфировое, выпуклое, с антибликовым покрытием. Батарея у часов солнечная. Водозащита 20 атмосфер. Корпус выполнен по новой технологии Carbon Monocoque. Ремешок из карбона, вот его видно. Пряжка металлическая с гравировкой G-Shock. Данная модель получила возможность синхронизации со смартфоном. Так, для этого заходим в приложение вот сюда. Подключить к новым часам. Выбираем модель. Так, часы у нас в режиме времени. Начинаем синхронизацию. Нажать и подержать 2 секунды нижнюю кнопку. Раз, два. Зарегистрировать часы в программе. Все, пошла синхронизация. Сейчас выставится время. У нас 6 вечера. Все, часы показывают актуальное время. Так, закрыть надо это оповещение. Функция мирового времени. Тут мы можем, например, выставить время в Москве. Нажимаем. Ну или давайте не Москву выберем, а... А, давайте Москву, вот. Установить этот город для часов. Устанавливаем. Второй часовой пояс расположен в нижнем циферблате. В Москве 4:09. Все, теперь внизу тоже актуальное время. Тут же через приложение вы можете установить будильник и включить таймер в часах. Также можно использовать журнал полета. Функция для пилотов. Так, в общем-то, по обзору приложения у нас все. Кнопка мод переключает режимы работы у нас. Так, это у нас секундомер. Так, запускать кнопкой старт его. Вот пошла большая стрелка, а внизу идет отсчет минут. Максимальное время измерения 12 часов. Остановили. Сбросили в исходное положение. Это таймер. Таймер у нас вот сейчас стоит на 35 минут. Чтобы его установить без телефона, выкручиваем заводную головку. Выдергиваем ее. Видите, сейчас мы добавляем минуты в таймер. Можно убавить их. Раз, остановили. Ускоренная перемотка времени. Раз, назад. Все, задвинули. Заводную головку вернули на место. Так, это вы можете установить будильники. Это индикатор запаса хода. Вот он вернулся в индикатор дня недели. Для заказа данных крутых часов заходите на наш сайт viptime.ru или посетите наши магазины. Спасибо за внимание.